селе Федостино Московской области находится одна из старейших в стране артелей живописцев. Более 150 лет из поколения в поколение передается здесь искусство миниатюрной живописи художественными лаками на изделиях из папье-маше. Свои произведения художники посвящают самым разнообразным темам. Лидия Васильева недавно окончила Федостинскую школу живописи. Сейчас она копирует картину Репина «Запорожцы, сочиняющие письмо турецкому султану». Виктор Филиппович Баранов работает над портретом Тараса Шевченко. Сергей Васильевич Монашев заканчивает портрет Богдана Хмельницкого. Произведения федостинских мастеров известны не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.